Есть вопрос? А купола у всех не было? Теперь да. Не было. Прописать надо теперь. Что еще раз, я не расслышал? Теория прошла, говорю. Теперь надо проект. Леша, заходи. Ну да, смотри, там скоро могут быть ГПшки. Уведите дом. По крайней мере, не знаю, как у вас, Леха там сам решит. Ну, например, основа вся ведет, тут уже можно БП раздавать. Умирает вообще ни о чем. Да, я люблю с диким пламенем, смотрите внимательно, у вас куча стоит, если вы растете. Так, и, ребят, я прослакал в черепе, я сам ГП в ебуку в нефти разольет. Я предупреждаю, что за дела, то что за флаг. И какой-то демон заслакал еще в черепе. Это я по поводу вот костами. Тоже блин, привязывал. Всех заразил. Да я за костами, потому что сижу по этому. Понятно, я тоже. А остальным за это. Финишер. В смысле остальным? Вот здесь. Запускай. Если что, я тоже тут. В принципе, первый трай нормальный. Не умирайте. Я же говорю, не умейте ориентироваться, бегите за звездой. Особенно новенькие. Со временем поймете, как бегать надо. А что я за звездой буду бегать тогда? Ну не во время всего боя, а я тебе скажу, когда за звездой. А из миликов на кого ориентироваться примерно, чтобы я тоже же милик получился? На того, кто в твоей метке стоит. Да это все равно индивидуально, добав тут раскидывается. Ну, по пухану ориентируйся. При шторме, я надеюсь, вы поняли, что делать на первой фазе. Ренджу друг от друга просто набрать. Разбежались. 5 секунд до шторма. И для РДД такой небольшой нюанс. Если хил встал на ваше место, значит ему надо там стоять. Разбежались. Не он отбегает, а вы отбегаете. РДД свечнулись. Пятнадцать секунд до шторма. Разбежались. 10.
Стопнемся у я. Собейте. РДД свичнулись. Перебежали. 15 секунд, шторм. Разбежались. 5 секунд. Разбежались. Напоминаю про НРА. Маленького там заберите с танка под боссом. РДД свичнулись. Пианиста маленьких заберите, мирит. Затончится. Есть еще он, что... Разбежались. Пока ничего особого. Эрпал и вар. Когда будете стоять в своих метках, и вам говорят, вытащили метки, вы... От своей метки лево-право по максимуму вдаль относите ее, ближе к краю бездны. Потому что вот эти метки, они потом поползут. Которые лужа вы разливаете, она потом ползет к боссу. Соответственно, то нужно есть... лево-право выносить, а не вперед-назад. Специалисты маленьких заберите, милить. Таунты забираете. Паладины, кота, коты в медведи таунте. Чтобы маленький трэш на танках не сидел. Свичнулись РДД. Давайте добивайте. 10 секунд, а что? Не будет. Угу. Короче, врубайте логику. Эти лужи, которые вы разносите, они поползут к боссу, повешиваются на вас дебаф, который потом нанесет вам большой урон. То есть вам надо как можно подальше от меток вытащить их. И перед лужами не бегать. Кнопку прожать, готовьтесь. Прожали и ничего не жмите можешь. Стойте на месте. Лучи. Метки. Заберите. Расколы. Метеора. Лучи. Метки. Метеоры. После метеоров сразу поползут.
черепе аккуратно. Дайте прожимки. Паладина, у кого огонь, мастера. Вору у себя поморите на хп. Лучи. Метки. Метеоры. Лучи. Метки. Метеора. Ползут. Сразу лучи будут, милики не подходите. Метки. Метеоры. Кто опять разливает в черепе? Назад за череп отойдите. Заберите. Лучи. А стрим пишет кто-нибудь? Я потом сохраню, посмотрю. Метеоры. Лучи. Метки. И сразу поползут после меток. Выкрыжаться надо. Мастер аура по огню дайте. Те, кто лежат, запоминать, что делать. Лучи. Метки. Метеоры. Все, перевели. Че, бэрить будешь? Не знаю. Я даже не знаю, есть ли смысл. Не знаю, ДПСа мало. Я бы оставил лучше. Что есть силы, давайте вот тут ДПС. Луч.
Буря. Япончик адмирал. Натиск. Натиск. Про Геру не забыл? Нет. Гера через 12 секунд. Натиск. Геру давай. Буря. Брон Войд. Двадцать секунд кубок. Буря. Брон Войд. Купол 5 секунд. Купол. Вперед звезды. Лёша, подожди. Не надо за крысом бегать, блядь. За мной бежите. Кир, жди всех. Сейчас вернуться. Быстро не беги. Побежали от Ромы. Артемия Женька поднял. Нет. У него есть Персис. У него нет, он вставал. Женен поднимешь. Женька. А Персик поднимешь Маскида. Какого хера? Да вы гоните? Пока тот адмирала. Артемия сразу фастгорну. Добивайте последний. Там персик умер. Значит, по персику Артемия. Войд трэш сыграй. Маски-то. Баф не забудьте, да? Мне кого поднимать, маску? Будете бить? Луч. Кого поднять? Маски, да. Тут земля. Женька тогда. Жень, блядь, Женек там же лежит. Блять, как бить. А он далеко лежит, не бежать, да? Не надо. Пока тут Локи, Буря. Женька поднимите. Луч. Луч. Женек в черепе лежит.
Мы все втроем здесь. Женька, поднимите, чтобы косты пускать их. Я поднимаю. Бегайте от шарика. Метки сразу разбили. Дайте дэк. Метки бейте. Буря, Женёк Эрнест. Метки. Сейвы дайте, мастер аур найдёт. Метки разбили. Буря, Япончик Денчик. Натиск. У кого БР остался, Денчика поднимите. На купол 30 секунд. Луч. Десять секунд купол. Буря, Тарик, Персик. Купол. Не убегайте далеко, подождите. Рога вперед не беги. Сколько ей добить осталось? 12 лямов. 15 500. Ну то есть 15,5. Второй же бьем. Придется. Чего? БРов больше нет? Женуэна есть один БР. Денчика поднимешь. Старик аккурат. Да, у меня такое ощущение, что я только хуярюсь. Хуярю третий круг, блять, то же самое. Аналогично. А сейчас вторая форма уже откатит.
Вроде мало людей, все равно дохнут. Итак. Мне кажется, она же в Берсе будет. Это всего 6 минут. 6 минут. Три купола, ебанем им. Ну, метки будут, мы умрем сразу. Да меток не будет. Давай на бой. Охуенно бить минус 2 дд. Босс. Напал и ауди. Короче, после этого пула бери силу бездну. Пианист, тебя не слышно, говори громче. Говорю, охуенно бить минус 2. Ну, конечно. Не знаю, есть смысл мне вставать? Вставай. Босс, вставай. Боря, девка РНС. Луч. Нажмите там. Метки. Вот и поиграли. Даю Т4. Не, не Т4. Может, ким на ХП. Я в метке. Постыдно. Натис. Я уже не мог тут касты сбивать, иначе бы вы сдохли. Эти сучки далеко стоят. Был бы Елемом, базара ноль. А чё там по кастам вообще? Кто-то бьет их еще? Короче, у меня предложение такое. Артемию на ханта. Тимычу в рейд. Можно так. И силу бездны в рейд. Тимыча просто в танках делать. Да-да. Так мы выиграем плюс 2 РДД, плюс 2 РДД, ну и друиды то же самое и останутся, сколько было. Киньте по катализаторам урон, Амир. Да, кстати, да. Это... Вот там, на последнем круге, типа, не знаю, прям на втором куполе как-то... Женек, братуха, смотри, ситуация какая, и Войд, бейте... Тех касты, которые далеко от креста и квадрата. Ближнего я побью. Потому что если я отдалюсь от рейда, это минус хил. Блять, фарады, а вы которые... можете просейвиться, вы можете просейвиться и не попасть под этот натиск ебаный, потому что вы видите, куда он летит. Если я отойду от рейда, это пизда будет. Это минус прохил, еще раз повторяю. Фарада, который умер на первом куполе, блять, третий. Позиции. Я уже на последнем. Старый, без обид. Но я буду отдельно бежать. Да я ж сдох на последней позиции, когда было последнее. Я потому что начал бить катализаторы. Хилом. Понимаешь, я к тебе бежал. Меня на первом куполе сбрило, я под тобой бежал. В твоем таре в этом фрейме. Старик, что получается? Если все ровные, все живые, тогда на первом куполе все проходится, да? Угу. Я не знаю, про что ты говоришь. Я выживу. Я ни разу никто во мне, кто бежал, ни разу никто не умер. Не, да я-то раньше. Тебе три человека умерло, если что.
Я просто говорю про то, что если получается весь рейд ебаши, тогда получается все на первом куполе все убивают. Что нет этой второй беготни долгой. Есть второй купол, по-любому будет. А, по-любому будет? Если все в идеале сделать, то даже второго круга на куполе не будет. Да. Мы же бегали на первом куполе два или три круга, не понял. И не, базара ноль, бежите сами. Я ничего не говорю. Нет, просто я вот бегу, ты мне говоришь, не спеши. Я бегу по своей траектории, вообще никому не мешая никаким образом, если так. Я прям в упор бегу. Я бегу по большому кругу, ты бежишь по малому. Люди бегут позади тебя, ты бежишь в упор шипов, появляется ебаный шип от тебя, появляется этот дебаф. Типы подбегают на этот шип. Ты все, понимаешь, закон. Что вы бежите дальше центра, ближе к задним шипам, а я бегу в упор к этому ближнему шипу. Сколько по катализатору? Всего бездна не зайдет. Чего? Он написал, у него 15-20 минут времени. Потом, я так понимаю, он идет. По катализаторам он скинул это. Смотри, Лех, по катализаторам. Я не помню, кто там умер, но вот, например, Миша и я умерли на первом куполе, и Миша на третьей позиции. Да. Я умер в начале, но у меня разница с ним 200 с чем-то тысяч. Сколько у меня урона по катализаторам? Блять, я даже в десятке. Сколько? 200 тысяч. У кого ниже меня? Миликов. Из миликов? Вервульф, Банзеров. Миликов тут. Но Вольф, я что-то не помню, кто. По-моему, Банзера хил. Ураск. Тут хилы. Да. В основном. Ну тогда Враска и Вервульф из миликов. То я вообще не бил катализатора. Концерт ДД. Жена я слакаю. Жена, что слакаешь? Да я доты сложно накидывать. Да, кстати, уже, наверное, вообще нет. Братка, тебе правосудием сложно херачить? Так он же сдох. Старик. Старичок. Профита больше, если... Орелок. Начисли мне ГБ, даже, пожалуйста, я сейчас умер, проигнорировал генку. Могу кидать, если это так прям как проблема. Слушай, кстати, насчет Женуэна, его почему-то у меня вообще нету в скаде. Значит, не пьет просто, поэтому его и нет. Пианист, можно мне ГП? Я проигнорировал генку, он лучи крикнул, я побежал. Нет, так в смысле не бьет? Он вообще не бьет, что ли? У него ноль урон. Но если его нету, значит не бьет, но это же логично, ну. Если по коту-то нету, блять, урона поджания, значит не бьет. Артемия. Никита, ты вообще там на первом месте должен быть по катализаторам. Как сносить катализаторы, если, блядь, ретрик не может жагу закинуть. А, Женена не было. Он вот не... я о том же говорю, что да, со второй фазы у меня вообще урона у него нет. Его не было. Это жесть. Просто, блядь. Бегаю по кругу, блядь, катализаторы как стояли на одном месте. Прикиньте на шкаф. У меня типа два раза форму откатить. Но... Тыкните на шкаф и призвал огурцы, блядь. Ну огурцы, какая хуй разница? Мне нужен тык. А это главное. Как готовы будешь, тоже. Я ему писал уже насчет. Тимыч, та же звезда. Все готовы были, я не что-то проебонил. Дайте баф. Лёха, видел, нет, старик? Что видел? Все готовы.
Приставов дайте. Я же нажал, да. Нет, я имею в виду все готовы. Ладно, еще раз. Все запускай. Готовы. А да, это Тимыч, череп, правильно. Если здесь они будут умирать РДД и слакать, то миликам вообще нехуй эти катализаторы трогать. Милики могут на РНЖ бить, блядь. Почему ретрик не может дать джагу, блядь, с расстояния? Не знаю, с тремя хантами тут можно вообще нахуй нихуя не делать. Две совы. А как бежать миликам? Две совы, два мага. Совы это вообще... Это один блядь. Круг. Типа две совы, два мага, это один круг. Лёха, так что на крыше, да? Да? На большом. Да, да, Тимыч. Не знаю, я Элимом успеваю цепуху. Ну, допустим, лужу я смогу кинуть, побежать, а дальше как ничего я делать? Блять, циплоков. Всё, больше нет кого, я дот не вижу. Той совы я не вижу нихуя. Разойдитесь по меточкам, пожалуйста, кто где стоит. А то я уже забыл. Сейчас Артемьев, где меньше будет, туда встанешь. Народу. Встанешь везде стоит. Я уже честно запутался, просто столько меняли. Да, ставишь тотем, огненный шок и при возможности цепуху, только ну, вот типа на, в этом, на кад... в черепе всего лишь РДД и хил. Череп Артемьев встань. Не знаю. Ребят, похоже. Можно еще раз момент по лучам? Получается, на первый раз мы не бежим, а на второй раз бежим, правильно? Я анонс уже, ну... Смотри, если тебе так проще... Да я что-то сейчас проанонсил, я что-то, блядь, побежал. После... Я анонсу каждые лучи, но после второго коллапса, то есть после того, как лужи проползут, вот после этого коллапса, после второго коллапса, лучи сразу идут. Ну да, вот как лужи второй раз проползли, проходит просто пятый коллапс, и там сразу лучи идут. Все, это моментально. Япончики тоже. Япончик Никитос. Я думал. Че, Никитос? Че? Запускай. Стамины них. Крик. Вара на хп. Крик. Сопроты выпить. Шестнадцать минут хватит. 16? Нет. Ну, да. Возможно, да. Вряд ли. Я обычно раньше умираю. Да не, сейчас должно хватить. Перепьешь просто. Смешная, но очень плохая. Жек, запоминай, соображай, учись. Старик, да запоминаю, что видишь, есть только третий раз. Тяжко пока еще. Просто перебейте. Кому надо. Все, флот убить. Штаров 7. Разбежались.
сбежались. Про ДД свечнулись. Милики, заберите трэш маленький. Тимадж, забери большого. Большого. Шторм, разбежались. Моего не бейте. Разбежались. РДД свечнулись. Милики прибежали. Все, РДД за ними. Что? Забери большого, пухана. Тимыч. Шторм разбежались. С пианиста маленьких заберите. Ладно. А ТД свечнулись. Жались. Хантов попасть раскидайте. Уже не раскидаешь. Сбежались. Свечнулись.
Все, разошлись по меткам. Маленьких, у которых мало хп, можете добить. Пожали кнопку. Лучи. Метки. Метеоры. Сова дубовой кожи. Чё, блядь, сложно метеоры закрыть? Лучи. Ну, друидов что взяли. Семь, забирайте. Метки. Метеоры. После метеоров сразу поползут. Фанзера в какой метке? Он в звезде. Со мной. Женен, поднимешь Фанзера. Только после коллапса станешь. Лучи. Метки. Метеоры. Забить. Лучи. Метки. Сука. Метеоры. Ползут. Блять, по девке дайте сейф. Ты какой? А, в череп. Отдам. Да. Спасибо. Лучи. Метки. Метеоры. Лучи. Метки. Метеоры. Лучи. 6 на мне. 2% у босса. Метки. Ползут. Все, не буду. Перебегайте к меткам сразу. Это лол, который по Женьку СС давал. Сейчас пропадет СС по возможности. Кому еще СС сдать? Лок, который по мне давал, перекинь, пожалуйста. Локи, дай по Женьку. Никитос СС.
Три БР есть, если что еще. Сопрот, перепей аудио. А, я понял. Перепеть. Фазу, фазу. Метки. Адмирал, провокатор, маска, торцени, кепка. Разбили. Буря, Денчик и Персик. Все метки разбиваю. Натиск. Натиск. Метки. Женек, Персик, Никитос, Кепка, Панзера. Разбили. Обнови из цели, слетело. А, все, разбил, все. Луч. Осколок. Натиск. Милики долбоёб. Минус. Геру. Луч. Сука, не сдохли бы. ИБР есть. Лу, это буря, адмирал Артемия. Луч. 15 секунд. 10 секунд купол. 5 секунд купол. Буря, кончик, Никитос. Купол. Пир не ловить. Сейчас вернуться. ДЦ надо под... У кого БР, Лёх? Распредели, у тебя патрончик есть. У всех БР идут. У всех БР есть? Женуэн Персика, Персик Япончик. Кроме Женуэна. Всех кроме Женуэна? Да. Тимыч Персика. Персик Япончика. Потату. Слева, пока лежу. Метки. Денчик, Хосгорн, Женек, Маска, Тартини. Замедление кидай. Да. Разбили. Луч. Буря. Девка Денчик. Метки. Денчик, Женек, Девка, Никитос. Старый, ну в луже, блять, стоит. Разбейте быстрее. Все и РДД тоже играют. Буря, Тимыч пока тут.
Буря, девка, женек. Луч. Буря, адмирал Женуэн. Натис. Купол прононсите. Я не запустил таймер. Я 5 секунд. Буря, девка Артемия. Метки. Анзера, Женуэн, Япончик, Фаткорн, Женек. Быстро разбивайте. Очень быстро. Мастерару на лед обязательно. Да, почти не важно. Идем на хп. Луч. Хуёвый луч. Буря, провокатор пока тут. Одна секунда, купол. Купол. Леша, подожди. Тимбич, не беги так далеко. Подожди. И Войд тоже. Подождите все. Он разливается спереди. Может сразу БРы распределить? Вот он наперед. БР откатил же, наверное. Да, у него есть БР. Мертв. Вот еще БР есть. У Тимбича и у Герм Персика только КД. Все. У Женуэна есть. А тут-то есть? Угу. Это тут по Женуэну. Женуэн по Артемии. Их вариант. Сразу ребаф. Сразу. Метки. Евков, Разгорн, Женек, Вервульф. Сейвы. Разбили. Мастерал надо заедет, никого нет. Натиск. Ты 4 дал. Словите натиск, бывает. Первый попасть, да. Словите натиск, бывает будет. У метки активней. Евков. Сейчас встаю сразу за хил. Буря, старик-провокатор. Луч. Первый попавшим дать или не надо? Давай. Через 2 минуты вторая гера уже. Ну похуй, старик даже через 2 минуты. Буря, адмирал Войд. Метки. Семь лямов. Провокатор, Панзера, Женуэн. Разбили метки. Сначала, которые соседние стоят.
Давайте. Буря, Тимыч, Никитос. Там 20 стаков. Луч. Да луч хуёвый. Четыре миллиона. Натиск. Три миллиона. Если выживете, то получите. Луч. Я там луч. Натиск. На кого луч пошел? Миша, давай, добивай. Сколько там 600к надо добить? Натиск. 2,6 миллиона, да?